Нельзя мудрый словно океан. Он, низвергнутый с престола, имени лишился, крова, выгнан из столицы прочь. И теперь он день и ночь, без почета и подруг, с горсткой самых верных слуг, поселился на горе, как чужой в родной стране. Жалкий век свой коротал, о былых годах вздыхал. С ним был верный Хануман. Он людей и обезьян знаниями превосходил, ибо с сыном ветра был. Облик мог менять без счета, и умением полета овладел отца не хуже. С Рамачандрой рад был дружбе. Повели недолго речи. Хануман же с первой встречи сердцем Господу предался, угодить во всем старался. Братья с болью рассказали о своей тоске, печали и просили им помочь отыскать Джанаки дочь. Царь сугриво согласился, но как царство он лишился, вся страна его изгнала. Рама должен был сначала возвратить Сугриве трон, а когда при власти он вновь окажется владыкой, грозной братьей многоликой. Войско соберет лесное, всех обучит и весною. Царство Раваны найдет, Ситу нежную спасет. Рама трон вернул Сугриве, тот же, как и вы решили, из лесов и гор высоких, из долин полей далеких, обезьянью рать собрал и медведей войско взял. Всех сражаться обучили, и не стало этой силе равных мощью на земле. Минул год и по весне разошлась лесная рать царство Раваны искать. Север, запад, юг, восток, каждый камень и лесок обыскать им царь велел. Рамачандра между тем, зная Хануман доблесть, его верность, разум, совесть, молвил славной обезьяне. На земле или в океане? Знаю, Ситу мы найдем, коль на поиски пошлем доблестного сына ветра. И не ждя его ответа, другу посмотрел в лицо. Снял с руки своей кольцо, Хануману передал, чтобы Сити тот отдал, и она его узнала. Всем речам посланца вняла, видя Рамы в нем слугу. Хануман склонил главу, взял кольцо и удалился. С горсткой братьев в путь пустился, шел и день, и ночь на юг. Осмотрел, что мог вокруг, верной Ситы не нашел. Месяц поисков прошел, и пора бы возвращаться. Но без Ситы показаться перед Господом своим слишком Рама был любим, чтоб ему такую весть Хануман посмел принести. Скоро войско Ханумана добралось до океана. Шумный берег обошли, ясной Ситы не нашли. И поверженные горем, под пучины грозным воем, что резвилось с песком, сели на берегу морском. В тот момент орел суровый, видя люд
незваный, новый, к обезьянам подошел. С Хануманом речь повел. Брат Джатаю дал совет. Получив тогда ответ, устремился Хануман к Ланке через океан. И за очень малый срок дарел дворец большой, белый с мраморным фасадом, лебедями и фонтаном, а пред ним среди дерев, искудав и побледнев, сито грустное сидело. Словно свечка в скорби тлела, в рубище без украшений, среди терзаний и лишений, в окружении демониц. Ох, не хватит мне страниц описать ее удел, не любой его стерпел. Ясно утро наступило, солнце светом все залило, сити Равана спешит, сердце томится, горит. Подошел, остановился, к сити нежно обратился. О, жемчужина среди женщин! Я в решениях неизменчив. Стань желанной супругой, верной, сладостной подругой. Полюби меня, богиня! Каждый раз тебя увидя, я пленяюсь красотой. Разве стоит рама твой, чтобы о нем так убиваться? Он достоин век скитаться по неведомым лесам. Знай предел своим речам, страсть постыдно обуздай, государством управляй, коль судьба его дала. Раму сердцем я ждала долгий год, и буду ждать, не тебе меня сломать. Я закона не нарушу, не сгублю бесчестьем душу. Мужу вечно я верна, ибо я его жена. Ты же, Равана, очнись! Гнева Рама берегись, жен своих люби, лелей, обо мне мечтать не смей. Царь Ракшасов в гнев пришел. Ты любым из этих слов заслужила злую смерть. Я не буду ласков преть, а 2 месяца пройдет, мой желанный час придет. Приведут тебя в покой, станешь ты моей женой. И еще один совет. Не забудь, я людоед. Коль упорствовать не будешь, то закуской быть заслужишь. С тем безбожник удалился. Ханумар же сокрушился, видя ситу всю в слезах, с болью в сердце и глазах, ей смиренно поклонился и с почтением обратился. Муж твой, благородный Рама, верный брат его, Лакшман, повелели мне прийти и в плену тебя найти. Я тебе колечко дам, там написано Шри Рам. Это скорбь твою уймет, твой супруг тебя спасет. Сита перстень видала, к сердцу радостно прижала и взмолилась. Милый друг, рада я, что жив супруг.
С ним давно не распрощался. Как Лакшмана, как пробрался-то сюда мой плен злоченный? Скоро ли Равана сраженный в битве яростной падет? Рама, скоро ли придет? Я верна ему душой, в сердце он всегда со мной. Но разлука все ж тяжка. Кажется, уже века минули в плену постыла. И вот ты о друге милом весь желанное принес. Не сдержать мне счастья слез. Рама, приведи скорей. Срок назначил мне злодей. И когда он истечет, Сита пленницей умрет. Со словами «Да будет так!» Хануман, Ракшаса брат, оттолкнулся, в небо прыгнул, ланку пышную покинул. Ок приземлился на песок. Достой, славный Хануман! Подвиг твой, хвалы достойный! Как, скажи, Господь устроил путешествие твое? Сита, видел ты ее? Хануман все рассказал, крепость Ланку описал и просил поторопиться, всем в обратный путь спуститься. С места снялись тот же вечер. Вот и радостная встреча. Лучезарный Рамачандра, обезьянья вся команда. Прибывших груди прижали, Хунумана обнимали и с вниманием слушать стали. Что за вести он принес? И на Господа вопрос вновь поведал ветросын. Как добрался он один во дворец и лес Ашок. Как там Ситу видеть мог, как она супругу верна, и не может грязь и скверна ее мысли запятнать. И еще спеши сказать, кровь злодея разыгралась, и недолго жить осталось верной спутнице твоей. После этаких речей сбор велели протрубить и немедля в путь отбыть. Всем славны деяния Бога, что с нетленного чертога к нам на землю снизошел. Не один уж век прошел. А его дела благие и поступки неземные прославляются людьми, ибо в них пример нашли. В чем наш долг? Как жить и править, как терпеть и Бога славить, зло и демонов карать, как любить и как прощать. Все в них было совершенно, и когда бы мы неизменно в жизни следовали им, легче было всем живым. Бог велик, в нем нет изъяна, это часть из раны.